Свой профессиональный праздник готовятся отметить представители самой созидательной профессии в мире. 9 августа – День строителя. К дате по традиции отчитываются о сдаче новых объектов – школ, больниц, учреждений культуры и больше всего квадратных метров жилья. Чем запомнился год 2014 строительной отрасли Белгородчины и каковы перспективы развития, знает наш корреспондент Елена Труфанова. Когда ты по утрам встаешь, и тебе хочется бежать на работу, а не еще лечь и поспать лишние там 10-15 минут. Успех в их работе складывается из любви к профессии и упорного труда. Благодаря усилиям строителей растет и развивается наш регион. Сегодня в отрасли занято более 57,5 тысяч человек. Они строят новые объекты, реставрируют старые, внедряют передовые технологии и оригинальные конструкторские решения. В канун профессионального праздника лучших строителей области чествовали в Белгороде. Торжественное собрание прошло сегодня в стенах Белэкспоцентра. 10 наших земляков были отмечены благодарностями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие отрасли еще 5 белгородских строителей награждены почетными грамотами губернатора области. Поднялись сегодня на сцену и победители региональных конкурсов профмастерства, руководители лучших строительных организаций и те, кто отныне гордо носит звание «Лучший строитель Белогорья». В числе награжденных штукатур-маляр из Белгорода Татьяна Гусакова. В профессии она без малого 20 лет и с удовольствием делится секретом мастерства. Надо с душой, наверное, ко всему подходить, чтобы самой все нравилось, душа радовалась. Приходишь, все здания такие черные, выходишь, они уже красивые, все в обоях, беленькие, все красиво. Но даже в праздничной атмосфере они говорят о работе. 2014 для строительной отрасли региона оказался годом результативным. Мы поставили личный рекорд по введенным жилым метрам и уверенно закрепились в лидирующих позициях на общероссийском рынке. Ежегодно в течение уже 8 лет подряд у нас вводится более 1 миллиона квадратных метров жилья. В 2014 году сдано в эксплуатацию около 1,5 миллиона квадратных метров. Мы практически приблизились к 1 квадратному метру на одного жителя, но пока его не достигли. Именно эту высоту предстоит взять белгородским строителям уже к концу года. Задача непростая, но когда представители этой профессии боялись трудностей? Елена Труфанова, Евгений Кротов, новости Мира Белогорья. Телеверсию праздничных мероприятий вы сможете увидеть в эфире Мира Белогорья в День строителя 9 августа в 18 часов. Не пропустите.